поехали на заправку, купили кофе. Просто кофе, даже не заправлялись. Я себе взяла капучино, кстати, приятного вам кофе пить, дорогие мои. Ням-ням, вкусненько. А девушка кладет, это вам, говорит, кофе подарок. То есть два кофе мы взяли, две шоколадки. Я говорю, так приятно, спасибо. Она говорит, 7 утра, воскресенье. Я говорю, да, действительно, доброе утро. Но такая мелочь, это всего лишь маленькая конфетка. Ну это так приятно, иди, оказывается, иногда, согласитесь, просто взяли и подарили. Спасибо. Хотя я их и не ем, то вовсе, но сам факт приятненько. Виталька, очень. Шоколад молочный, орех, а есть марципан. Конечно, я выберу орех. Конечно, ты выберешь орех. Возьмешь? Оп. А мне тогда марципан. Так и быть, съем. Вот. Действительно, доброе утро. Крошечки на пол. Вкусно? Неплохо. Ну ладно, тогда я открою. Если... А ты можешь мне приоткрыть пока? А, уже ты не сможешь. Ладно, черт. Открыл, ну посмотри как. Не открыл, не открыл. Не судьба, ну ладно, и черт с ним. Главное кофе есть. Возьми вот эту. Не хочу, вообще не хотела, и слава богу, не надо нам. Мне вон так одна написала в Инстаграме, что самое главное питание нужно 8 раз в неделю пить отвар из лаврушки. Че? Лавровый отвар и шестиведерная клизма. Спасибо, я как-нибудь и без этого хорошо себя чувствую. Можно я просто так? Кофе выпью, шоколадку съем. Думаю, вот это она написала, говорю, вам помогло? Походу дела нет. Точнее, не сказала вам, я вижу, не помогло. Но там видно, что там надо не 6 ведер, но это как минимум 12, чтобы промыло хорошенечко. Причем лаврушка и вперед, и назад. Вот я сегодня с утра добрая. Все, друзья мои, едем.